Своим проигрышем во Второй Карабахской войне, Армения сделала мировую рекламу турецким «Байрактарам», да такую, что даже члены ОДКБ теперь закупают турецкие беспилотники. Как передает Ахарас, таким мнением поделился российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко. До Баку хотели дойти, а в итоге капитуляция и две полнокровные дивизии армянских дезертиров. Нет слов просто. Итог российских военных поставок в Армению очень хорошо характеризует известное выражение «не в коня корм». По его словам, армяне нарвались на войну. Сидели бы армяне себе смирно, тихо, не выпендривались бы, не провоцировали бы Азербайджан. Глядишь, и не случилось бы войны. Но нет. Выпендривались, лезли на рожон. Устраивали вооруженные провокации, и нарвались львы в кавычках в итоге на ответ. Заключил эксперт. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.